И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс, Фокси и Чумной Доктор. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Карта называется Остров Майнкрафт. Если убьете и кушаете, приятного аппетита. Ребята, можно прятаться по всей карте, карта очень классная. Сейчас будем вместе ее изучать, смотреть, веселиться и угорать. Не знаю, что тогда говорил. А, и забыл еще сказать, ставьте лайкосик. Марионетка выдвинулась на убийство. Так, я тут смогу зайти? Смогу. Давайте от первого лица сделаем. Мне кажется, будет намного лучше. О, я видел, тут собака. Чач, тут еще порталы есть. Ну что, пацаны, готовы умирать? Надеюсь, я вас найду, потому что чувствую, карта большая. Ха-ха, буду долго вас искать. Вот, чувствую, где-то кто-то здесь ныкается. Ну что? Я уже слышу, собакой пахнет. Выходите, собачачины. Есть! Чумной доктор? А чё ты полетел? А что, так можно было? О! А я бегаю, ищу. Пацанов не нахожу. Ну, чувствую, что кто-то где-то под деревом сидит здесь, на нычку. Давай окружать их будем. Вот тут стекла не ломаются. Так, что здесь? Давайте под водой посмотрим. Уже под водой кто-то сидит. Есть! Я догадался! Не знаю почему, но я думал, ну по-любому я бы тоже там заныкался. Так, нас уже трое. Ищем Кэт Макса. Кэт Макс, ты очень хорошо заныкался. Надо тебя наказать за это. Ай-яй-яй, лава, лава, лава. Так. Значит, ты в здании, да, говоришь? Да. Три бати в здании. Так, Кэт Макс. Уж больно ты хитрый мужик, я вижу, да? Я злюсь. А лефти, лефти. Мочи его, мочи. Убили? Ой, я вижу, вот вы, пацаны. Где он? Вот он, я вижу. Так, бежим, бежим, бежим за ним. Так, где он, этот челик? Уже меч, слышу, кто-то включил. Опа, здание начинает ломать кто-то. Где этот челик? Самая замороченная карта. Тяжело здесь убить. Когда бегаешь, вообще нереально найти кого-то. А, вот он. Ах ты жлоб. Где он там? О, я знаю, как его убить надо. Все, у меня есть тактика. Все. А вот теперь мы его... Есть, Чумной Доктор убил его. Кэт Макс, давай, раз ты самый умный, будешь теперь ты нас искать. И посмотрим, как ты нас найдешь. Так, ребята, обнуляю карту. Посмотрим, как Кэт Макс покажет себя в роли сыщика. Все. Я запрятался, давай, Кэт Макс, ищи. А, видишь, твой аниматроник не может. А, не, я звука просто не слышу. Потому что я стулом управляю и далеко нахожусь. А, вот, слышу. Слышу, слышу, ты уже приближайся ко мне. Раз я слышу стекла. Так, 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 так. Фокси разозлился. А с какой-то части, Фокси? С третьей. Давай, Фокси, с третьей части. Ты сможешь. Я в тебя верю. Тогда у вас будет больше отверстий, чтобы сбежать. А я не буду убегать. Я управляю предметом, чтобы все по-честному было. Если найдешь, то убьешь тогда. Что делать? Ух ты, крушильщик. Решил все здание поломать. Пошел, пошел. Очень злой, очень. Не может никого найти. Ну что, легко искать на этой карте? Представь, как мне было тяжело. Никогошеньки вообще. Так, пошел сюда. Я могу тебе подсказку дать, когда ты уже тяжело будет. Есть, Чумной Доктор, красава. Че, что так легко запряталась? Она была в доме, на крыше. Так, пошел, пошел, пошел. А, вон здесь вот тут ищет. Чё, никого? Сундуки пустые? Я в сундуке сижу. Пацаны, вас уже двое. Два на два, давайте, вы справитесь, я вас верю. Вы сможете нас найти. Ищут, ищут, ищут. Ого, бегает там. Ничего себе ты, мужик. Побежал, побежал. Ого, это что у тебя, режим полета? Ничего, ого-ого. Побежал, побежал.
А кто там стекла наверху бьет? Аж осколки летят. Ничего себе. О, тут все разломали вообще. Побежали на крышу. Ха-ха-ха. Давай, что я на крыше сижу. Ну что, пацаны, ищете? Да. Давай, давай. Я вас верю. Ого. Стекла аж до пола долетают. Фокси стоит себе, смотрит на поле и думает, где же... Ого, ты псих. И что, жизни отнялись или нет? Не отнялись. Ну что, пацаны, подсказку давать или нет? Еще одного не нашли, меня и челика. А где он прячется? Я его тоже не вижу. Где он? О, кто-то там шипит. А вы под картой искали? На низу там. Кэтмакс, ты смотрел? Да, я там. Нету, да, никого? Ого, здесь нычек. Эту карту можно еще разок записать. Здесь очень много нычек крутых. Так, слышу, бегают, бегают, суетятся. Кэтмакс, ну что, давать подсказку? Ого, тут кто-то стекла поломал. Ничего себе. Давайте, пацаны, я на улице. Я надеюсь, вы сможете меня найти. Это, конечно, сложно будет, но вы сможете. Даже на улице можно так запрятаться, что попотеть надо. Но если уже и на улице тяжело будет найти, я дам еще одну подсказку, тогда вы точно меня найдете. Двухуровневая подсказка. Ну что, пацаны, встретились, да? Не можете меня найти. Давайте еще подсказку, Кэтмакс. Ну, давай. Я на дереве. Даже вот это место, где я сижу на дереве, и то будет вам тяжело найти. Ого, тут псих летает. Суетятся, пацаны, суетятся, а найти не могут. Очень имбовая нычка у меня. Просто нереально сложная. Если хотите, последнее, что могу сделать, я могу выйти и показать, где я сидел. Давайте все деревья, вот просто все деревья обыскивайте. И вы меня найдете. Это единственный вариант, как меня найти. А деревьев много здесь. Так, 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 пошел, пошел. Будем наблюдать, как они меня ищут. Так, лег, встал, пошел. Никого. Здесь никого. Вот это я запрятался, пацаны. Жестко вообще. Не могут меня найти. Свысока меня не найдете, это нету смысла, не тратьте время. Я внизу. Только снизу можно меня увидеть. Я не знаю, если кто-то бы так запрятался, смог бы я найти или нет. Мне кажется, тоже было бы сложно. Но я бы, наверное, нашел. Я бы начал бы ходить там. Всякие места сложные. Под карта челика даже нашел. Так. Под карта меня нету. Я только вот на земле и деревья. Так что там нема смысла вам искать. Я уже и сам не знаю, где я запрятался, где я сижу. Ну, хотите, вам еще подсказку дам? Последнюю. Это уже точно, это уже будет локация карты, где вы меня найдете. Я нахожусь на дереве, которое находится возле красного домика, с красной крышей. О, все, пацаны, давайте, вот возле этого здания на дереве я сижу. Это прям вообще уже, ну, прям вообще имбовая подсказка. Все деревья возле этого домика вокруг обыщите, и меня найдете. Так, 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 слышу звуки уже аниматроников. Ну? Вас двое, вы не можете найти? Пробежал, пробежал. Нормально пойдет, вот это нычка. Нереально найти меня. Я на дереве, которое на краю карты находится. Прям край карты и дерево стоит. Ну? Пацаны, нашли? Не нашли. В чем мне не видеть? Да наконец-то! Я уже так подсказывал. Наконец-то Кэтмакс смог это сделать. Красава. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!